до прошлого года моя жизнь была нормальной. Я жил в самом лучшем месте. Бруклин, с крутыми предками. Любил науку и супергероев. Но все изменилось. Когда отец погиб во время взрыва, я поверить не мог, что его нет. Твой отец погиб, защищая этот город. Правдись! Смирно! Он учил тебя оставаться верным себе в этом жестоком мире. Питер Паркер и его тетя Мэй помогли мне. Человек-паук тоже. А потом я узнал, что это Пит. С ума сойти. Меня зовут Майлз Моралес. Меня укусил радиоактивный паук. Ты прирожденный герой, Майлз. Никогда не теряй свой боевой дух. Обещаю делать все, что в моих силах, чтобы защитить этот город. Герой — это тот, кто не сдается. Теперь твоя очередь. Стань героем, Майлз. Ты проиграл! Почему ты борешься? Потому что... Я... Человек-паук! Я убил Человека-паука. Но откуда взялись еще двое?